Всем доброго времени суток. Кто смотрел мое видео предыдущее, вы видели уже, что я купила себе новые комнатные растения. Я хочу вам сейчас показать, как я все переорганизовала. Вот на этом окне я сюда поставила вот эту деревянную этажерку и на нее установила фитолампу. Когда будет весна-лето, то свет будет проникать и на эту стену попадать, и будет достаточно освещения, я думаю, для растения. Но если же нет, то я также буду включать вот эту досветку. Здесь у меня стоят в большей степени растения, которые нуждаются в ярком рассеянном свете. А это вот моя любимица тоже сейчас, Алоказия азлания. Она выдает уже домашний лист мне. Посмотрите, домашнее цветение уже идет. Это я, значит, делаю выводы, что условия ей подходят, ее все устраивает. Также Эпипремнум Лемон Лайм у меня здесь стоит. Тоже думаю, что ему здесь будет лучше, не так близко к окну. И также азлания не будет стоять возле окна, прям впритык, потому что у нее листики, видите, какие огромные, и они нет-нет соприкасаются со стеклом. И это может неблагополучно закончиться потом. Так, сюда же я поставила Ледебориум. Она штрессует еще пока что, но Ледебория сама по себе очень долго приходит в себя, вы знаете. Поэтому вот досветка ей тоже необходима. И думаю, что все будет хорошо. Сингониум Красное Сердце тоже стоит здесь. И возле окна свет, и от лампы нет-нет попадает ему. И не так близко соприкасается он со стеклом. Я думаю, что это тоже должно хорошо сказаться на нем, потому что он очень-очень чувствительный к перепаду температуры, и с ним нужно быть очень-очень осторожным. Так, посмотрите, у меня здесь также стоит моя Хоя Карноза Сплэш. Я буду надеяться, что она у меня укоренится. Также, посмотрите, у меня здесь есть вот такой вот новый папоротник Нефролепис сердцелистный. Если по-научному, то будет кардифолия Даффи или Нефролепис Даффи, как его еще называют. Тоже поставила его под лампу, чтобы он активно себя проявил, пошел в рост и стал наращивать свои ваечки. А также у меня здесь фикус Помила вариегатный. Чувствует себя хорошо. Ничего не сушит, все ему нравится. Вариегатность прекрасная у него. Растем. Еще есть место, вы можете видеть, можно будет что-нибудь сюда доставить. Пока вот так. Тут же также у меня находятся мои фиалки, кашпо с фиалками, которые цветут опять. Немного тоже на них свет попадает от фитолампы. Тоже думаю, в этом им будет только плюс. Крестовник фикусовидный растет. Очень хорошо пошел в рост. Мне прям нравится. А я поставила два вот этих новых кашпо. Вы видели, кто смотрел обзор. Вот на этот домик. Чтобы, во-первых, если я их просто на подоконник поставлю, им не будет так хватать света, да? Сейчас они наравне с окном, со стеклом стоят. А если я их поставлю здесь, то здесь вот рама, да, темно им будет. Ну и плюс им будет теплее, не будут они вот на самом мраморном подоконнике стоять. Так,
Ну, покажу вам, что у меня здесь в кашпо. Купила я их очень выгодно. Каждое кашпо без уценки стоило 15 евро. Я купила вот это за 6, а вот это за 5. И это очень дешево, друзья, потому что если по-нормальному покупать в магазине просто одно кашпо, оно примерно так будет стоить. Пустое, я имею в виду, без растений. Потому что смотрите, какие они красивые. Прям дизайнерская работа. И цветовое решение очень такое, знаете, приятное. Элегантное, не броское, не раздражает ничего. Плюс, почему еще выгодно покупать вот так, да, я вам сейчас тоже скажу, если может, ну, кто-то, может, не задумался на эту тему. Смотрите, если даже по отдельности вы будете брать растения и сами их сажать, то вот такой кактус минимум будет стоить 2-3 евро, да? Обычно так вот такие виды стоят. Вот, допустим, каждый кактус по 3 евро, 9 евро, да? Плюс кашпо евро в 5, как минимум, 14. Плюс грунт замесить и добавить. Это уже под 20 евро все, да, грубо говоря. Поэтому очень выгодно покупать такие вещи в магазине, уже особенно со скидочками. Так, ну что, я вам сейчас расскажу, какие у меня здесь растения находятся. А находится у меня здесь вот такая красивая мамилярия. Также у меня здесь находится Пилозацериус азуреус. Это вот этот посерединке. И сбоку эхинокактус грузона. Очень интересные и красивые растения. Такие же у них и названия. Так, вот так поближе покажу вам. Вот эти крутые, красивые иголки. Имеет бордовый вот такой окрас. Сначала хотела во флорариум их поставить, а потом, знаете, что-то это. Жалко мне стало. Хочу на них побольше любоваться. Так. Вот здесь тоже у меня находится, как ни странно, я купила для себя фитонию, которую я обычно проходила стороной, да? Но она вот здесь в оформлении просто посажена, поэтому пришлось брать. Пусть растет. Вот такая фитония. А вот также бегония, белая замша. И как я узнала и поняла, что это сортовая бегония. Очень красивая. И вот этот белый налет такой, напыление, он идет такой как будто перламутровый, и на солнце он очень красиво блестит и переливается. Такая бегония. И репсалис тоже здесь у меня находится. Знаете, кто смотрел мое предыдущее видео, у меня были сомнения между этим кашпо и еще одно кашпо я вам показывала, где кактусы. Там эчеверия была, по-моему, мимилярия. И репсалис. И вот меня насторожило, почему я не купила то кашпо. Потому что мне пришлось бы делать пересадку, скорее всего. Что-то я не поняла прикола, что они посадили репсалис с суккулентами. А хоть и репсалис вот такой вот плотненький, да? Но, насколько мне известно, он любит попить водичку. Вот здесь вот, видите, они его посадили также с фитонии, с бегонии. С такими тропические, субтропические растения, влаголюбивые, которые любят и попить, и влагу повышенную, влажность любят. Вот я думаю, вот здесь вот идеальное такое вот сочетание. А с суккулентами, репсалис, что-то вот, не знаю, поэтому не стала брать. Так, также у меня здесь бегония растет и доцветает. Бутоны еще держим. Кстати, хотела сказать, что вот такой окрас у цветов, без разницы у каких, да, я имею в виду вот бутоны, именно вот такой нежно-зелено-розовый очень хорошо людям приобретать, которые, например, переживают очень часто о чем-то, имеют панические атаки, депрессия, меланхолия у них.
присутствуют, да? Очень хорошо вот такие вот расслабляющие оттенки цветов приобретать. Они очень хорошо действуют на самочувствие, влияют. Ну, давайте покажу вам другое окно. Вот это окно вот так. Вот эта сторона. И вот сюда мы с вами перебрались. Здесь филенопсис, который уже отцветает, орхидея моя мини. Церапегия вуди, который нет-нет стала давать новые листики. Ну, очень медленно она прям растет. Очень она прям. Так, кротон. Кротон чувствует себя тоже хорошо, я делаю выводы, потому что он мне тоже дает уже домашнее цветение. Вот, выбросил мне сколько там? 3 листика, по-моему, если я правильно вижу. Вот, видите? Поэтому тоже делаю вывод, что ему все нравится. Шлюмбергера, декабрист. Бутоны уже начинает отсушивать. Не очень это такое красивое зрелище. Но ничего не поделаешь. Будем ждать, пока он их сам не скинет. Потому что я вам говорила, крутить, вертеть его и снимать бутоны я не буду. Потому что он все подсбрасывает мне. Цилиндрика сансевьерия тоже чувствует себя хорошо. Ей нравится. Она уже у меня сколько? Неделю получается. И также сансевьерия Ханни. Они чувствуют себя прекрасно. Ну и моя сансевьерия Лауренция, которая уже несколько лет. Так, температура у нас на данный момент то ли 17, то ли 18. У кого хорошее зрение, думаю, вы увидите. Не хочет фокус ловить нормально. Это на подоконнике, а в доме почти что 21. Так. И влажность воздуха у нас почти что 65. Так, диффенбахия тоже чувствует себя хорошо. Поливаю раз в неделю ее, как и говорила. Как, в принципе, сейчас и почти все свои растения вот такие вот, не считая суккулентов, да? Ну и вот этих водохлебов, их-то, понятно, чаще надо. Так, хочу показать вам, вот мой древний декабрист раскрыл бутон вот такой нежный, и все, это вот один бутон на всем вот этом кашпо. Пересадила я свою драцену Сандера, и вам сейчас покажу другую. Там у меня сзади нее уже на период покоя уходит бегония. Ампельная. Нужно будет ее в кладовку убрать уже. Так, здесь все хорошо, нормально. Хотела показать вам, как открыл лист филодендрон Биркин Белая Волна. Вот это вот новое. Он его раскручивает еще, видите? Он еще совсем молодой. Новое цветение. А вот новый декабрист Шлюмбергера, вот этот я взяла. Я вам говорила, что думала, один или два возьму. Вот этот решила, потому что тот у меня, похоже, есть на кухне. Не стала брать. Сейчас вам что-то еще покажу. Смотрите, драцена Сандера дает деток. Или что она здесь мне устроила? Смотрите, вот здесь. И вот здесь будут еще отростки. И это зимой. И это зимой, друзья. Вот так у нас за окном. Видите, все тает. Мы елку поставили. Не только мы, все поставили уже декорации к Рождеству. Так, хотела показать вам. Смотрите. Фикус Белис. Выдавал лист и что-то засушил его странно как-то, непонятно вообще. Не знаю, что будет дальше, будем наблюдать.
Совсем непонятно мне, конечно, что он там выделывается. Ну и все. В остальном все хорошо. Жду, когда асплениум у меня вырастет. В магазине видела такой красивый куст асплениума. И теперь тоже такой хочу. Ну вот, вроде бы и все. Так. Схинантус Монализа. Так он у меня и растет вот здесь. Это я укореняла листочки. Хочу показать вам корневую. Так. Не видно корневую. Она очень-очень-очень тоненькая. Ее прямо не видно, друзья. Думала показать вам. Хотя вот, можете чуть-чуть увидеть. Вот, видите? Такая тонюсенькая, прям как паутинка. Весной, наверное, буду его пересаживать. Пока хочу так оставить. Так, вот сюда нужно поднести мне новое кашпо. Потому что я отсюда белое забрала. И на декабрист, на этажерку отправила. Потому что здесь у меня все белые кашпо. Я не хочу никакие другие сюда. А вот сюда еще не принесла. Азалия тоже уже отцветает. Уже все прям вот. Последнее такое, знаете, никакущее цветение. И филодендрон. Жду, когда лист откроет. Выдал и затормозил. Не знаю, может, ему холодно здесь. Прям, ну, растет, думаю, раз растет, значит, нормально все. Ну, листья прям тонкие-тонкие. Сегодня в магазине видела филодендрон. Прям плотный такой, красивый, насыщенный, яркий. А у меня прям тонюсенький какой-то. Ну, вот это вот. Ну, мне такое его прислали. Я уже его не стала ни обрезать, ни обрывать. Хоть у него и вот эти механические повреждения, я его все равно оставила. Новые листья будут выдавать хорошие, я надеюсь. Ну и все вроде. Вот и все, что я могла вам показать. Вот еще мое цветение ухой карнозы. Так, а, кто ты, господи, аспарагус насыпал мне здесь листья, поэтому я извиняюсь, друзья. Вот. Домашнее цветение ухой карнозы. Вот эти три листа. Это уже у меня они вышли. И вот эти раз, два, три, четыре. Междоузлия вот эти, это тоже домашнее мое цветение ухоечки карнозы сплэш. Жду цветов. Ну вот и все. Желаю всем всего хорошего. С наступающими вас всех праздниками. Всем удачи. Смотрите, какие воздушные корни у монстера сельтипекана. Вот так в землю засунуть и на раз укорениться. Всем удачи и пока!